Сегодня в Демянске состоялась торжественная церемония вступления в должность главы муниципального района. В декабре минувшего года на этот пост был избран Владимир Ерёмин. Владимир Ерёмин успешно прошел отбор конкурсной комиссии, а затем получил подавляющее большинство голосов демянских парламентариев. Поздравить избранного руководителя сегодня приехали губернатор Новгородской области, члены правительства региона, председатель областной думы, главы районов, представители предприятий и организаций. Сергей Митин отметил, что Демянский район занимает особое место в экономике и социальной жизни области. Реализуются инвестиционные проекты, развиваются пищевая промышленность, сельскохозяйственная отрасль, малый бизнес и рыбоводство. Однако есть еще немало проблем, которые предстоит решать новому главе. От имени правительства губернатор пообещал Владимиру Ерёмину всестороннюю поддержку. Подробнее о церемонии в Демянске мы расскажем в наших выпусках завтра.